снова сакура. Красивая свежая лейка такая. Сегодня день такой не солнечный. Ветреный. Но сегодня день покровителя Космы. Кузьмы-огородника. Кузьма-огородник. Сегодня надо зайти в огород, посмотреть, что там можно посадить. Вообще такая подготовка к посевным работам. Но хотя у нас уже все посадили, потому что очень тепло. Очень жарко было, 25 даже градусов. Аномальная жара. Аномальная, ну не жара, а погода такая теплая, сильно. Не характерная для этого сезона, для апреля. Вот. Космо, он жил в 800-х годах. Он был епископом, боролся с иконоборчеством. То есть гонение на иконы, на тех, кто иконы хранит и почитает. Вот он посвятил свою жизнь этому, конечно, служению Богу. Это в честь него, вот это вот праздник Кузьма огород. Ой, как они красивые. Шевелится. Но, к сожалению, это очень быстро проходит красота. Ну, хотя бы в таком виде оставить. Красиво. Желаю хорошего весеннего настроения и оптимизма.